Очередная серия по нашей игрухе XCOM имени Визин. Лайк, подписка, колокол, ссылочку на плейлист оставил внизу в описании. Легендарная игруха прохождения, тоже надеюсь такой же. Поехали. Так. Инженеров мы, к сожалению, пока что делать не можем. 30 инженеров на еще один модуль спутниковой связи. Где ж мне вас, ёперный театр, достать? Так, электростанции пошли плюсоваться. Это очень хорошо. Изолятор. Нету бабок на изолятор. Давай что-нибудь продадим. Чтобы, говорит, продать что-то не нужно. Надо, чтобы купить что-то не нужно. Надо продать что-то не нужно. А у нас денег нет. Правильно? Правильно. Так, это пока продавать не буду. По одному доллару смысла нет. Ядерную установку точно не буду продавать. Может пригодиться. Ну, вот эти вот всякие трупы, в принципе, можно ими барыжить. Потому что, просто оставлять по одному хотя бы. Правильно? Чтобы для исследования чисто. Потому что хрен его знает, а вдруг еще пригодится нам где-то что-то. Так что, типа такое. Что я хотел? Постройки, да, давайте воткнем уже наконец-то изолятор. Поехали. Так, вскрытие искателя. Имплант-респиратор, призрачная граната... Мимикрирующая кожа. Мы можем создавать модуль, который автоматически регистрирует химические и физические перебои с кислородом и при необходимости вводит в тело бойца кислородные трубки. Это неприятно, но зато жизненно важно. Такой модуль подойдет для любой брони XCOM. А для чего это? Вот и граната призрачная. Чисто накидываешь, и их не видно. Если солдат в полном укрытии, враги не смогут заметить его невооруженным глазом. Что? О боже. Ты представляешь, если он в фулл гварде стоит, то вообще просто, ну... Типа... Это на снайперов, конечно же, 100%. Так, что мы здесь будем делать? Мне нужно как-то, ребята, улучшить эти мои самолеты. Самолеты очень у меня слабые, блин. Не сбивают они эти. Надо бы нам, знаешь, что сделать? Надо нам фениксы поставить. Хотя бы пока что по одной пушке. Блин, ребят, надо качать, чтобы они сбивали. Надо блок, наверное, питания. Да. Да. Очень у нас слабо, ребят. Очень слабо. По авиации. Воздух-воздух у нас прям полумертвые они вообще. Никакие. Получено сообщение. Превосходная работа. Сократ видит, что мы не используем силы и средства в XCOM. Сколько вы мне дали? Полностью оправдывает все наши ожидания. Мы надеемся... что ваши успехи... О боже! Это первый шаг к окончательной победе человечества над врагом. Господи! Спасибо вам! Там это... это рандом наконец-то на моей стороне. Сегодня утром прибыли новые инженеры. Должен сказать, мы от помощи не откажемся. Да я не только от помощи не откажусь. Я прям счастлив, я рад, я не знаю, я прям... Слушайте, мне надо еще вниз копать, ребят.
Мне надо копать вниз. Надо вниз херачить. Здесь надо уже литейные цеха с вами ставить, ребят. Нужен лифт, да. Я думаю, пора спускаться на днище. Угу. Поехали. Пора, да, уже эти лабы строить, все остальное. Сюда, если что-то впихивать, это то, что одно. Смотрите. Блять, а чем отличается лаборатория? Увеличивает скорость исследований на 20%. Скорость исследований закажется сегодня лабораторию. О боже, я понял. Увеличивает число инженеров на 5, если есть соседние мастерские. Литейный цех — это улучшение снаряжения. Сейчас. Подождите. Вот это можно соло ставить, да? Литейку. Смотрите, как интересно написано. Для соседних построек литейный цех считается мастерской. То есть, если я ставлю под ним мастерскую, то у меня еще и буст будет. Логично? Это или нелогично? Для соседних клеток считается мастерской. Да. Все, я ставлю литейный цех. Под ним на третьем ярусе, на третьем, ну, вы поняли, я на третьем этаже ставлю мастерскую. Не забудьте напомнить. Лаборатории мы поставим где-нибудь вот здесь. В принципе, можно даже... Короче, сейчас я подумаю как. Все, поехали. Здесь литейнку. Да. Бля, еще раз. Точно? Литейный цех. Для соседних? Да. Все. Поехали. ХКД, спасибо, ребят. Спасибо вам за донаты. От души. Все в порядке у меня. Спасибо. Так, здесь у нас для модуля. Все хорошо. Все в порядке. Так, электростанция здесь будет строиться. Все, у нас пока все чики-бомбони идет. Так, все. Изолятор строится. Интересно, изолятор временно нужен или нет? Напруга, я вообще, я тебе говорю, это игра такая. Вот кто смотрит, кто даже далек от игр, здесь вообще реальная напруга. Жесткая прям напруга. Так, изолятор. Изолятор есть. Я смогу теперь допрашивать здесь этих чуханов, правильно? Кого надо теперь поймать? Надо... Как мне, блядь, понять? Кого надо поймать живого пришельца? Какого? Какой вид-то пришельцев нужен? Любого? Любого, короче, всех подряд просто надо рубить. Ага, понял, все. Все, погнали ловить, что? Что началось-то? Великобритания в панике. Ну и надо потерпеть. А, опять Экзальт старается. Че, вам мало кабин разнесли? Сейчас, ребятки. Сейчас, мои хорошие, у меня тут специально обученный уже, ёпта, Джеймс Бонд есть мой. Где он? Какой-то вот из них. По-моему, вот этот. Нет. Мать, как его... Как же этого типа-то было? Я помню, что он штурмовик. Не знаю, что там. Вот творится. Этот, наверное. Спросите у техобслуживания. Или нет. Нет. Этот надроченный максимально. Во! Вот, все, ребят, нашел. Нашел. Так, секунду. Шеф, мы сделали все возможное. Да подожди там, корекать. Допросить пришельца. Допросить, теперь да. Дело за вашими бойцами.
Здесь знаешь, что нужно ему? Панцирку я ему не кину, но... Слушайте, у меня постоянная проблема с этими... С пистолетами. Вообще просто какая-то беда реальная. А вот нано-броню... Это он. Он это, ребят. Все, успокойтесь, это он. Других просто нет. Так, спокойно. Всего два штурма, правильно. Вот этот вот крутой штурм. Да, да, вот это он. Стоп, 100% он. Все, да, это мужик этот. Чтоб он пожил, пожил. Так, на него нано-броню я закинул, все. Подожди, а что, на него не прокается броня? Ты видел прикол? А ему, ребят, на эту броню вообще... Ага. От винта, ребят. Целик. Целик в помощь, да. А что еще делать? Ничего нельзя поставить, окей. Поехали. Все, выезжаем. На радаре ничего нового. Никаких донесений не поступало. Все. Секретный агент пошел. Направлен для уничтожения группы Exalt в Великобритании. Поехали. А что такое сканирование данных? И мне интересно, что такое... Как-то они назывались респираторы или... Это имплант. Я не понимаю, для чего вот это дело. Я не понимаю, что это такое. Хоть убейте, ребят. Против яда. Но яд вообще редко нам накидывают. Пока не актуально. Просто, ну, типа, есть и есть. Вот так вот. Слушайте, что-то у меня прям дикое желание кого-нибудь запихнуть в эту лабу. Почему? Почему бы и нет? Пока бабло есть. Рада, что вы не забываете научное отдел. Так. Я уже отправила новичков в лабораторию. Знаете кого? Вот этого чувака. Нет, не этого. А давайте-ка мы с Зеда потихонечку-потихонечку начнем кирогазить, да? Да? Помаленечку нам надо его это. Превосходно. Мы начинаем подготовку кандидата к хирургическому вмешательству. Я сообщу, когда процесс генетической модификации завершится. Так, это раз, снайпер. А кто мешает? Подождите, подожди, подожди, подожди. Нам бы штурма одного выдернуть. Можно, в принципе, и дровосека. То, что мы и хотели, помните? Усиливает всех соратников. По-моему, отличная вещь. Баф будет накидывать. Убив врага, солдат спускает особые феромоны, усиливающие всех ближайших соратников.
Но как усиливает? Вопрос. Можно, конечно, снайпера отправить на этот. На кожу. Благодарю, давай, командир. Доброволец будет... Так. Спутники через три хода. А теперь самый важный вопрос. Еще три мы можем запустить. Как раз у меня три делается. О, да, сынок. Это литейный цех. Литейный цех готов к работе. Вы впервые в литейном цехе? Место не самое романтическое, но именно здесь мы доводим до совершенства многие наши Фирот, проекты. Спасибо. Но вот это сейчас мне не очень актуально. Тактический разгрузочный элемент, подходящий ко всем системам индивидуальной защиты. Брать с собой второй предмет. Хм. А, так слышь, да, стелс-спутники. Изучив навигационный компьютер с корабля пришельцев, мы узнали много нового о системах связи. Внеземные технологии делают наши спутники почти незаметными для врага. Конечно, это 100%. Это прям вообще к бабке не ходи. Ну и вот разгрузочку бы, да, я забабахал. Все. Я передам все в литейный цех. Отдыхаем. Опа. Новая постройка и новый предмет. Эллериевый генератор. Вырабатывает 30 единиц энергии. Пошло добро. Ну-ка, секундочку. Что это за мэк? А, ну это типа возможность изготовления, я понял. А теперь самое интересное. Сколько стоит этот генератор? Ёп. Но они вырабатывают 30% энергии. 30%. Блоки ни в коем случае больше продавать нельзя. Но теперь вопрос, будут ли они вот с этими стакаться. Мы на 200 с лишним, ребят, сейчас ничего не продадим. У нас не будет столько бабла. При всем желании, даже если мы по одному вот так вот оставляем. БК не трогаю, это не трогаю. Это вообще нельзя тоже трогать. Эллериевые сплавы продай, да? Хорошая идея, да. Мне нравится. Отличная. Я бы даже сказал.
Так. Подожди, а старые мы... Нет, старые мы никак не можем апнуть, их только сносить. Можно будет здесь построить, потом этот снести. Да. Так, ладно. Поехали. Добавление состава к пигменту кожи наделяет наших солдат способностью к пространству. Имба пошла. Вышел, сынок. Мы получаем сообщение о новых похищениях людей. Места происшествия отмечены на глобусе. Так, Китай точно нет. Инженеры. Точно нужны инженеры. Так, а здесь... Первые опыты показали, что этот элемент генерирует исчерпаемый источник энергии. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот оно. Вот они, ребята, истребители. Спасибо. Вот оно, ребята, надо. Чё? Вот оно, на что надо, да. И воздух мы сразу себе заберем, я уверен. Но 21 день. Плевать. Поехали. Так. Индия. Я предлагаю прям этим же составом влупить. Вообще ничего не менял бы. Сейчас у нас скоро еще вот этот парень откроется. Прям сильно откроется. Жесткое, жесткие получились. Очень жесткие, ребята. Белые нужны. Хилы пусть все белые будут. Короче. А, это снайпер, да-да-да. Сорямба. Это у нас снайпер. Что-то Z, знаешь, мне что сразу напомнило? Почему-то. Чисто понял. Заводовай. Пятое механизированное. Морской лев, морской котик. Так. Ну а на штурму, да, вешаем дугомет. Попробуем кого-нибудь поймать. Я не уверен, что это получится. Но давай попробуем. Так, ну чё? Снайперы, поддержка, все вроде на месте. Ну, пацаны, только не обостритесь.
Прорвемся. Поехали. Отправляемся в Индию. Там для нас есть работа. В крупных городах по всему миру. Я уже отсюда вижу. Удачи. Лайкос, ребята, с вас. Поехали. Я, знаете, уже отсюда вижу, что все хорошо. Центр, я рейнджер. О! Ударный отряд приземляется. Ждем приказания. Вас понял, рейнджер. Миш... Штурм 1 может приступать к операции. Миша Ефрей. О, говорит, добрый вечер. Ну а что я могу сказать? Раз снайпер встает. Куда-нибудь вот сюда, вот два снайпера встает, третий по центру просто остается, все. И на этом все заканчивается, вся вообще абсолютная история. Я бы лютого оставил прямо на центре сталкера, легенду нашу. Ну вот этим бы, знаешь, где-нибудь бы. Не пойму, что за ландшафт. О, да. Да. Да, я. А вот этим бы мальчонкой, знаете, как сразу сделал? Вот так вот бы просто взял, не раздумывая. Прокинул бы немножко скана. Вот здесь 100% кто-то будет. Какие-нибудь эти особо одаренные. Ну и поехали. Этим нам нужно подбегать в упор. Я предлагаю им рубить, знаете как? Когда последний в пачке остается. Короче, мы будем дугометом работать с минимальным риском. С самым минимальным риском. Вообще, то есть, чтобы даже никаких предпосылок не было к тому, что нас могут каким-то макаром накрючить. И вообще самый минимальный риск работы. Что это, блядь, было? Так, поехали. Сразу второго, да, выставляем. Мне вот это вот вообще не нравится, вот этот угол. Ну все, я говорю, я думаю, что этого достаточно. Бля, не тарелка ли там, да? Что-то вообще мне не нравится это. Вообще, стой, подождите, ребята, стойте. Что-то попахивает этим. Подождите-ка, ну-ка. Попахивает керосином. А ну-ка, свет мне. Вот вы-то мне и нужны. Два мегана. Сидим, никуда не торопимся. Как-то они так выбежали. Ну куда не выбегайте, мне вас с дугомета еще надо от это. Ну куда они? Студентики самоликвидируются. Стой, дурак. Не надо. Пена, что ты наделала? Вот зачем? Ну ладно, значит последнего будем шандарашить. Ну эти психи, они вообще не мажут. Вообще, от слов совсем, они... У них все и так хорошо вообще, в принципе. Ну-ка. Сейчас еще один скан прокинем. Да они психи, они ничего не дают мне делать. Дайте хоть кого-нибудь захватить, отморозки. Такое. Не расслабляйся. Не-не-не-не, здесь нельзя расслабляться. Слушай, здесь, если он сейчас вот сюда встанет. Да, он сюда встает. О, это Габелла.
Этот вообще весь центр держит. Не-не-не-не, стоим. Снайпера надо выставить этого. Торопиться здесь не надо. Здесь торопиться вообще не надо. Этим чуть-чуть подожмем. Чуть-чуть. Да ведь пати четверков не говори. Во! Чао, бела, чао. Это вообще стоит. Ему можно с самолета даже не выходить. У него все хорошо и так. Вижу добычу. Сканы — это просто имба вообще. О, пол карты просто сразу просветил. Никого? Где все? Ребята! А чё, где все-то? Эй! О! О! Это мы такое любим, да-да-да. Угу. Я сразу вот сюда вот лучше перебегу. Кстати, интересно, а вот этих штук с дугомета можно бахнуть? А, стой! Не надо! Подождите, пожалуйста, а, быдло. Все, все, вот молодец, молодец. Вот, вот, вот хорошо. Так. Ну-ка, дай-ка я к нему подойду. Как мне подойти-то? Вот сюда, наверное. Так, подошел. Фиксируем. Нельзя. А ну, слезь, дурак. Его нельзя, короче. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Это думает сверху, что происходит. Мехов нельзя, да. Выхожу. Технику нельзя, да-да-да. Ну, блин, мы к другим подойти не можем. У нас мы к другим... Других сразу минусуют, вообще сразу. Так, сейчас будет рывок. Сейчас будет пожилой рывок. А ну-ка. Иду. О! О! Вот, вот вы мне... Стой! Не убивай! Стой, родной! Не надо! О, вот один промазал. Хорошо, молодец. Молодец. Хвалю. Оставьте мне одного мутона, пожалуйста. Не будьте быдлом. Бам. Корректирую огонь. И знаешь по какому? Вот-вот-вот, да-да-да-да-да, вот поэтому. А второго оставляй. Блин, ну это тоже мех, ребят. Блин, это тоже мех. Его не захватить, это механический. Ня. Блин, братва, это мех. Okay. Не прокатит. Блин, ну можно попробовать? Давай сейчас, если он выйдет. А, ну дурак побежал. Все, он в закат ушел, я понял. Давай попробуем. Все пишут, можно. Давайте, ребят, попробуем. Слышь? На нахер. Ты чего там удумал-то? Обнимашки. Так, ну-ка, слез. Голову не снеси ему. Спасибо. Бам. Минус снайпер. Время убивать. Так, надо как-то забайтить его. Какой-то нужен план банан. Так, нужен план банан. Надо загнать этого мутона.
Так, ты в перезарядку. Подождите, а то вы его сейчас убьете опять. Сейчас мы его... О, 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 о! Иди, иди сюда! Стой! Только без крита. Подожди. Подожди, сынок. Не надо. Вот, нормально, нормально. Все, все, покоцать, это нормально. Все. От 3 хп. Да как же мне ему так оставить 3 хп-то? Пистолетом, а как это? Подожди, ну... Ёлки-палки. Так, все на пистолеты, это. Ё-моё, как же быть-то, а? Продолжим. Так, ребят, нам надо как-то его, блядь, в плен захватить. Все на пистолеты! Просто оборона, не надо. Просто все в глухую оборону. Все. Перезарядки, все. Я бы им подождал. Ждем. На пистолет. Вот этого боеготовность с пистолетом. Спокойно. Рискуешь, но надо захватывать, ребят, как-то. Чего он там сказал? А, он там не один. Бум. Хорошо. 3, да? От 3 хп. 3 хп есть у мутона. Слышь, там походу дел... Там походу дело где-то этот. Никита, друг Аленки. Это, мне он не нужен. Нам Никита никакой не нужен. Твою мать. Ну-ка, подожди. Бля, не дай бог там тарелка будет, а то вообще можно будет габелла. Что-то какая-то шляпа, ребят. Достану я до него? Поехали. Я уверен, моя команда с радостью займется этим устройством. Так, я понял, планы меняются. Нормально ты, сынок, подбайтил. Жесть. Сноси его. Хорошо. Твою мать. Ребята, вытаскивайте его как хотите. Роднулечка. Хороший мой. Давай ты, ну, ты понял, да, что делаешь? 6 на 12. Просто двинься с места. Хорошо. Снайперы где? Хорошо. Давай, родной. Твою... Ребята! Поправка на ветер. Бега. F. Задание выполнено. Блин.
Ну что, ребят, капитан у нас гибнет. Жил без страха и умер без страха. Не забывайте, мы видим все. Ой. Как же так-то, а? Как же так? Блин, ну я хотел мутона захватить. Надо было не рисковать. С этим дугометом... Да выебывался с дугометом. Я не выебывался. У нас есть задача, мы должны захватить кого-то. Блять, надо было мне оставлять Таталова. Ой, ладно. Надо новичков взять. У нас ребята неплохие. У нас еще в загашнике есть вот этот товарищ. С какой-то бешеной меткостью. Пресс-эф легенда, что я могу сказать. Мы его не забудем. Рестарт. Я, ребят, не играю так никогда. Моя история — это моя история. От совета пришел запрос с высоким уровнем приоритета. Наши источники сообщают об инциденте выше по побережью та-та-та. Рыбацкая деревня объявлена закрытой зоной. Есть подозрение, что есть замешаны пришельцы. Нам следует отправить туда отряд. Я уверен, что вы справитесь с этой непростой задачей. Конечно, справимся. Значит, две поддержки. Долбим в две поддержки. Поехали. Давайте, ребят, поддержим. Кстати, это увидите в следующей серии. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Удачи.